Журналист Грег Бичем прокомментировал выступление казахстанских боксеров на Олимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро. «Я писала об этом еще во время боя. У казахстанца средневеса Жанибека Алимханула невероятно мощные удары. Он просто уничтожил своего британского соперника Энтони Фаулера. А ведь есть еще и тяжеловес Василий Левит. Думаю, Геннадию Головкину определенно стоит посмотреть бои этих серьезных парней на Олимпийских играх в Рио», написал Бичем в своем твиттере. Жанибек Алимханула, выступающий в весовой категории до 75 кг, отправил Энтони Фаулера в нокдаун в начале второго раунда. Василий Левит до 91 кг выиграл у китайца Юя Фэнкая техническим нокаутом. После двух раундов Фэнкай отказался продолжить бой.